Ну что, друзья, всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов budushin.ru, drshilov.com, makivara.ru и budublog.ru. Вот уже несколько дней я в России опять. И опять возобновляю, не возобновляю, а сразу же возобновил, когда приехал на свои тренировки. Погода в это лето сложилась не ахти какая. То есть вообще теплых дней было мало. Ну, посмотрите, сейчас на улице где-то плюс 10 всего лишь здесь у нас. Я иду на тренировку, значит, одет достаточно легко. И хочу сказать вам как раз по поводу того, как одеваться на эту тренировку. Вот если вы занимаетесь где-то около своего дома, и вы и бегом можете вернуться назад, и прибежать на тренировку, или это все рядом находится, то проблем никаких нет, одевайтесь, в принципе, легко. Я просто рекомендую, потому что, встав с утра, тело у нас слегка имеет температуру пониженную, это вегетативная реакция, то есть с утра температура тела самая низкая, и мы склонны все видеть в таких тонах, что, ну, холодно нам, короче говоря. Вот, и мы ходим накутаться и все такое прочее. Если вы идете заниматься цигун, тайцзи, чем-то таким, ну, может быть, и стоит там одеть потеплее что-то, вернее, что-то надеть потеплее на себя. Ну, если вы будете заниматься кроссфитом, воркаутом или бегом, то лучше одеваться легко. Здесь две причины. Во-первых, вы не перегреетесь, и вам заниматься будет легче. Вот бегать, а когда прохладно, в разы легче. И результат намного выше. Эта практика показывает, и опыт и мой, и чужой, это 100%. Вот. Во-вторых, совсем другой у вас обмен веществ будет, если у вас стоит задача жиросжигания, однозначно совершенно. А в-третьих, вам придется заниматься интенсивнее. Стоит вам сделать только перерыв, если вы занимаетесь воркаутом или кроссфитом, чуть-чуть побольше, как остывать начнете, и вам сразу же придется делать подход, и ваши перерывы в круговой тренировке сократятся. А значит, интенсивность тренинга повысится. И несмотря на то, что у вас организм будет работать очень быстро, это я уже продолжаю дальше, то есть активно, вы не перегреетесь, если будет прохладно. Это 100%. Это как машина, которая быстрее едет, она не перегревается, потому что будет радиатор, но там обдуваться воздухом. Ну все, салют, я на тренировке.